На данный момент на территории Смоленской области введен особый противопожарный период. Что это означает? Я сейчас все объясню, все разъясню, как говорится, покажу. Что это означает? На данный момент в машинах въезд нельзя. Но все мы люди все понимаем. Что нельзя? В машинах? На машинах в лес въезд запрещен. Да? Да, потому что введен особый противопожарный режим. Правильно, то все горит. Да. Правильно. Все кругом горит. Ну, мы все прекрасно. Мы согласны. Все мы люди, придурки. Все хотим отдохнуть. Угу. Хорошо, заехали. Так, второй момент. Костры нельзя жечь. Ни в коем случае. Категорически нет. Но опять же, все мы люди, все понимаем, хотим шашлычков. Поставили мангальчик аккуратненько, потихонечку. Угу. После того, как пожарили шашлычки, обязательно потушили угли. Чтобы не получилось так. Вы уехали, ветерок подул, уголечек под дерево, на утро нету леса. Угу. Все, ездить больше некуда. Да. Вот. За собой, пожалуйста, мусор убираем. Вот. Все, счастливого вы отдыха. Молодцы, что стали работать. Можно вас к нашему столу попросить? Не, мы поедем, спасибо, у нас работы еще много. Ой, ребята, спасибо большое, но вот нам приходится все костры тушить. Потому что мы приезжаем, костер, мы скорее тушим. Постоянно. Понимаете? Мы подходим, каждый говорит, мы тушим. Не, мы никогда не разжигаем, вот у нас все свое. Мы не жгем, мы боимся и не хотим этого. Зачем? Мы из дома привезли все. Все. Спасибо вам большое. Все. Скажите, пожалуйста, как кого зовут? Сергей. Сергей, а фамилия? Жириков. Надо. Жириков, а вас? Дмитрий. А как? Горбалев. Так, а вас? Денис. Дальше. Вот. Спасибо большое вам. На канале, в Ютубе вы будете у меня обязательно, потому что это очень полезное видео, чтобы люди так не делали, такое безобразие, да. Вот. Поэтому смотрите меня на канале. Как назовем это видео? Как канал ваш называется? Канал? Ну, я Людмила, но поставила слово «Б». Блуд. Блужу иногда по лесам. Блудмила. А была Белкс. Я, а это Белкасан у нас. А это Тамара Скобелева. Ну, много у нас каналов там на Ютубе. Ой, извините, я вас сейчас без головы сделал, но сейчас сделаю хорошо. Зайдем, посмотрим. Четко. Видео. Подождите, вы скажите, как называется это видео. Ну, это ж вам решать. Нет, вы скажите. Особый противопожарный режим. Да. Как? Особый? Противопожарный режим. Подожди, особый? Особый противопожарный режим. Особый противопожарный режим? На территории Смоленской области. На территории Смоленской области. Телеши слово. Ну, можете подал. Ну, оно как бы... Чтобы, чтобы вы нашли. Да. Запомнили? Да. Особый противопожарный режим на территории Смоленской области. Телеши. Всего хорошо. И Пасха слово. И слово Пасха. Вам всего хорошего. На главном моем канале вы у меня будете. Христос воскресе! Христос воскресе! Спасибо вам большое. С наступающими майскими. Спасибо большое. Какие молодцы. Удачи вам. Удачи. Везде так надо, везде так надо. Круто, круто. Горит. Молодцы, ребята. Сколько чего. Круто, круто. Ой, как круто, молодцы.